Более 1500 жителей Карелии заключили социальный контракт в 2023 году. На заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике депутаты обсудили реализацию программы по предоставлению данной меры поддержки. Как сообщил заместитель министра социальной защиты Карелии Алексей Дедков, в республике помощь предоставляется за счет федерального и регионального бюджетов. Общий объем средств на соцконтракты в 2024 году составил 114 миллионов рублей. В 2025 году на эти цели выделят 133 миллиона рублей. Направление социального контракта – это прежде всего поиск работы, это открытие индивидуального хозяйства, это помощь в организации собственного дела, то есть предпринимательской деятельности. Ну и еще одно дополнительное направление – это помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В числе востребованных направлений у предпринимателей, заключивших соцконтракт, автосервис, кондитерский, мини-кафе, домашняя выпечка, индустрия красоты, грузоперевозки, ремонтно-отделочные работы. При этом жители республики практически не обращаются за помощью для ведения личного подсобного хозяйства. Подать заявление для заключения социального контракта можно в Центре социальной работы Республики Карелия.